Всех привет, экранного просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 17 за историю Хантера. Ну что, в прошлой серии у нас такой был подарочек, неплохой такой, офигенный подарочек от Касимни. Он нам вытащил игру, пришел в нападение, забил гол. И все, и мы победили. Лебедей со счет 1-0. Это очуметь, брат. Я там замучился просто, офигеть, страдать. На самом деле, ну что у нас, что по статистике у нас? Мы 24 гола забили, сыграли мы матчи больше, чем 24. Голых пасов мы один сдали, всего ж мало. Забили мы больше всего, это премьер лиги 18 голов, чемпионшип 13 голов. А, матч сыграли 18, 13, 11 голов мы забили, вот что-то думали. Мы 24 гола, вообще нормально. Да и нападающего английской премьер лиги. Конечно, мы в Англии, английской премьер лиги только 11 голов. У нас еще один гол, мы переезжаем в чемпионшип. А у нас игры еще, если не ошибаюсь, остается 5 штук. И у нас следующая игра с Тоттенхэмом. Мы занимаем, как его, с Тоттенхэмом у нас игра. И у нас такая ситуация, что если мы побеждаем, мы отрываемся. А если мы проигрываем, они нас догоняют по очкам. По голам нет, по голам разница огромная. Ну что, погнали. Слишком трудный соперник, дерби, на самом деле. Трудный, очень трудный команда. Очень трудная команда. Так, в финале мы тоже встречаемся в Кубке Англии против Тоттенхэма. Можно сказать так. Это тоже не очень хорошо. Вот они мы здесь. А, он Тоттенхэм перешел. What? You're getting to stand next to me. Better be on the score sheet before you, mate. Stakes? Your pride's enough. Yeah? Well, best get ready, because yours is about to take a beating, bruv. Come on, boys! Вот что, Тоттенхэм перешел. А если я в матче Сити играл? Ну, точнее, матч с Юнайтед, он за матч Сити перешел, значит, получается. У нас дерби снимут из-за этого сделано. Кто-то Хэмич перешел, кто-то Хэмич. Замечательно просто. Ну, мы еще раз результаты посмотрим. И начинаем игру. Блин, нам нужна здесь победа, на самом деле, как и в финале Кубки Англии. Мы рады приветствовать всех поклонников большого играем. Футбола. Очень мы жалко. Это ваши комментаторы, очень Георгий Чердасов жаль. И Константин Генич. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень любопытный матч нас ожидает. И смотри, мы его будем, разумеется, в прямом эфире. Хотя, как в отношении между Арсеналом и Тоттенхэмом, после любого матча команд делают исключительно встречи. Недаром всего 15 игроков за всю историю команды смогли сменить одни крупные цвета на другие. Примеры. Матч у нас сегодня особенный. Встречаются непримиримые соперники не только на уровне команд, но и на уровне отдельных игроков. И ты, конечно, имеешь в виду противостояние Алекса Хантера и Гаррета Уокера. Их дружба дала трещину после того, как тренер предпочел последнего и отправил Хантера в аренду. А окончательные отношения испортились после перехода Уокера в стан врага. Сегодня они впервые встретятся лицом к лицу. Охуенно, да? Пиздец, блядь. А у него голов меньше, чем у нас. А в чём у них меньше, он, блядь, он играл, блядь, пиздец много. Итак, состав Тоттенхэм. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Смотрим состав Арсенала. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающих. Так, Гис, Корсора, Жиру у нас, Бейерин, Джака, Лэмбок у нас. Стадион в запасе. Лейн, исторический Азил. Если не ошибаюсь, сейчас он вообще его и нет, и из-за него вместо него ставит новый стадион. Ну чё? Начинаем мы с середины поля. Свистком. Погнали. Работать. Мяч, первый тайм начался. И посмотрим, какую игру сегодня нам покажут команды.
Блядь, Симу нужен побольше, блядь, иметь. Алекс Кантер. Ёб хорошее мать, оборонительное сука. Действие. И кто первым успеет к этому мячу? Блядь, атака игрока врезался. Мяч Зил бьет поворотом, но при этом сыграл, прям в руки голкипера. Закер. Озил. Да, блядь, Озил дурак. Пытается отобрать мяч у соперника. Франциско Клен. Владеет мячом команды. Блядь, че врезаешь-то противника-то, а? Передач. О, замечательно. Вот из-за этого, может, и у меня и врезаюсь, да? Потому что у нас сел джойстик. Как всегда. Это моя фишка тебе. Отдельная фишка. Садится во время матча джойстик. Далеко не каждый клуб сравнится с Арсеналом, но, похоже, сегодня силы равны. Посмотрим, как сегодня сложится эта встреча. А, говорят про Арсенал, а фокус про нас. Алекс Кантер. Спасибо вам за пас, конечно. Франциско Клен. Ой, блин, ну как Клен, да дай кому-нибудь пас-то, блядь, заебал, блядь, а. Кантер. Сука, ну не потаранил-то он, а. Алексис. Бля, Санчес. Драма, сука, ёбаный, блядь. Франциско Клен. Пока я там встану, блядь, вы охуеете просто. Пока неплохо. И это удар. Да не, это удар ни о чем. Удар был ни о чем. А я думал, Манчестер Сити перешел, оказывается, на Тоттенхэм перешел. Это как дерби. Самый лучший дерби считали они в игре, да? Да, Хантер у нас драма, бля. Просто влетел меня и все, и пизда мне. Несут Озил. Да, игра тяжелая будет, игра тяжелая будет. Даже ты чувствуешь кубки, бля, жопу полностью. Мяч у тот. Да какой нахуй аккуратный, меня косят как хотят, блядь, ебать, их пофигу. А я что-то сделал, все, конец, свисток. Блин, нас так заменить могут, на самом деле. Куча матч может быть, надо собраться, Хантер. Позив. Ну, грубая игра была, а. Потеря, все, в оборону. Спасибо, отличный пас. Сука, кто хотел разыграть комбинацию, а? Дэнни Роуз. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч, не подобраться. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Да, блядь, я даже пас не могу дать. Защитник справится. Если не выбивает у нас ваут. Мы вообще рейтинг имеем 5,7. Вообще пизерный. Вообще ничего не могу сделать. Я прям как назло, как будто этот матч очень важен, короче, да, и с этим... Защитник прерывает эту верховую передачу. Потерял он мяч, но кому он достанется? Отличная игра в пас, все точно и по делу. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Сука, по флангу хорошая. Возможность выйти вперед. Я пас дал, но какой-то смысл ты не дал небольшого, никакого. Так, у нас угловой, их не ворота будет. Санчес нас будет бить, ну точнее выбивать его. Бля, если бы кто-то залетел, был бы вопрос супер был. Будут от кого? Футболисты из-за бокового. Блядь, ухуёво. Мяч брошен, без малейшей пал. Дэнни Роуз. Ну давайте постоим пока здесь, на позиции своей. А там дальше посмотрим, что будет. Кайл Уокер.
Теперь в атаке соперник. Даем атаку. Блять, сука, Димари, блять, приебал мяч. Ну да, блять, ну как так можно-то приебать-то, блять, мяч, а? Блять, Ваут еще ушел, сука. Ну ебаный в рот, а. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Мяч не у нас остался. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Санчес. Ой, блин. Из тех нападающих, что знают тайны. Опять Паут, сука. Ну, ёб твою мать, а. Он никогда не ломится напрямую, нас как точно трамвай. Поменяет, он так. Предпочитает заходить с фланга. Начо Монреаль. Франциско Клен. Плохой пас. Неплохо пас, действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Блин, ё-мой, а. Заебись. Офигенный момент. Свистят болельщики гостей. По их мнению, хозяева тянут время. И мы это с вами хорошо видим. Защитник подальше. От ворот выносит. Гаррет Уокер рвется в атаку. Хорошее оборонительное да действие. Да ладно, ворвался он в атаку уже, блядь. Франциско Клен. Да дай мне пас, блядь, а. Алекс Кантер. Сука. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тут даже, по-моему, и не заметил. Пиздец, как вот это творится, блядь. Никакой пас нормально не можешь. Никак не можешь принять мяч. Вообще ничего нельзя сделать, блядь. Гаррет Уокер. Да как будто это, блядь. Пас в разрез очень точно. Фу, чек утаскивает. Антер. Атака. Сука, мы же мечом был. Как он успел перехватить-то, блядь? Может получиться интересная атака. Ну, это фигня, не удар. Уходит команда на перерыв. Говорим об этом путнично, потому что очень путнично. Нулевой счет. Как тебе Алекс Картер в первом тайме? Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Ну что у нас? У нас пока 0-0. Первый тайм закончился с 0-0. Игра вообще ни о чем, игра не идет, вообще ни пасы не идут, вообще ничего не идет. Кто там меняет? Короче, такая у нас ситуация. Возобновляется игра на White Hart Lane. Заебись. Нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Бля, я бегу как могу. Матье Дебюши. Сыграно-то точно, а вот стоило. Заебись пас, блядь. Если ты мне дал пас, блядь, зря ты мне дал пас. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Отлично, отбор. Заебись, блядь, даешь им мяч, а они ничего не делают с этим мячом. Блядь, я уже устал, Эрик, блядь, Ванер. И только 51 минута идет. 52-я, блядь. Виктор Ваньям. Эриксон. Ну, это чуть-чуть улучшает свой рейтинг, конечно, игры, но это слишком мизерный, чтобы, блядь, вообще стартовый состав играть у нас. Конкуренция у меня тут слишком огромная, блядь. Защита надежно играет, мяч отобран. Бля, вы что, издеваетесь, что ли, блядь? Сука, и тут чек вытаскивает, просто вытаскивает этот момент. И угловой в пользу Тоттенхэма. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник прошел.
Отличный кросс. Хорошая ему подача, тебе Закер, ты их переплюнешь, ему прыгать даже не надо, нихуя. А если прыгнет, это вообще, блядь, будет второй этаж. Замена в составе. Так, у нас как Лен уходит и Джа... А, наоборот. Нет, Джака выходит, как Лен... Выходит с поля. Можно так сказать, точнее, вот такого у нас пора событий. Эрик Ламелло. Прижали соперника. Так, они ваут выкинули уже, все, шанс. Замечательно. Блять, отличный опять ваут. Отбор, но мяч ты кому-то. Ну вы дать, даже мне поиграть не даете, нифига. Виктор Ваньяма. Во, заебись. Позил. Ну, хороший, хороший пас, Арсенал хороший идет пас. В атаку. Блять, хороший пас. Ну, блять, убил не точно был на меня. Кайл Уокер. Давай. Блять, сука, не отдал уже пас. Мяч отобран. Надежно. Ну, держитесь, Сайм, давай, мяч, блять. Кристиан Эрикс. Посмотрим за этой атакой. Пиздец, просто пиздец полный. Дэнни Роуз. Арсенал. Чего? Какое нарушение? Не было там никакого нарушения. Похоже, тренер готов произвести. Все, пиздец, меня поменяли. Я ни хрена ничего не сделал, блин, нормально. Жиру выходит у нас на поле. Ой, блин, дурдом. О, дурдом. Увы, не отыграем мы 100%, очень плохо. Ну, конечно, рассчитать. И что, смотреть все остаток. Давайте рассчитаем, посмотрим, что будет из этого. 3-0. Охуеть, блядь. Без меня они тут все там сделали, бля. Как будто я тут обуза была. Нихуя себе они ебанули, блядь. 3-0. 3-0, 3-0. Ебанешься, блядь. 3-0, нахуй. Охуеть просто. И мы не подорожаем. Конечно, подорожаем, мы ничего не делаем. У нас вообще игра не шла. У нас в последнее время что-то вообще игра не идет. Никакая. Как и кубки, у нас вообще ничего не шло, блин. И здесь, блин, против ТТК вообще тоже ничего не шло. Кто был лучшим игрок матча, был бы все остальное. Ну ладно, 3-0, поздравляю нашу команду. Я очень, конечно, счастлив вот этого результата. Что там Жиру вышел, заклепал голов. Ой, Алекс. What's up, mate? Catch up with you in a bit, yeah? Well, I guess. Nice game, mate. Really took it to us out there. Cheers. Look, back when I left, you know, all that, contracts, money, media, all got to me. Nah, man, it's all right. It's life's mad, innit? I guess we're both just working it out. I've got a company chasing after me at the minute. Wants me to model pants for them. Won't leave me alone. Come on, let's make a move on to my stomach's eating itself. Come in. Hey, big star, Gareth Walker, shining so bright. I mean, I should have bought my sunglasses, sorry. Williams, what are you doing here? Ah, I'm just driving our licenseless boy here for some post-match food. You're welcome to join us. Oh, right, it's like that, is it? You two got all buddy-buddy down in the championship, did ya? Gaz, it's a long time since Exit Trail, man. Come. Nah, you're all right, bruv. Got better things to do than hang out with you two. Ooh. Ah, leave him be. I wouldn't have been able to fit a star that big in my car anyway. Seriously, I'm hypoglycemic. What? Он, блядь, издевался над нами, блядь, стал другом нашим нормальным. От которого наш друг настоящий был, стал, блядь, пиздец каким-то. Уебаном. Вот только так можно сказать. Но это не удивительно. Так, что у нас? Ну, мы сыграли всю игру. Тоттенхэм, блядь, Тоттенхэм упал на целое пятое место, но при этом здесь у нас Челси. Сыграно 35 игр. И 71 очко имеет. И также Манчестер Юнайтед сыграла 35 и 82, блядь. Ну, 82 дохуя слишком.
на самом деле. Еще неизвестно все, все еще впереди, у нас еще 4 игры. Открыть награды, что там, награды, что ли, дали нам? Ух, ё-мо, сыграть против главного соперника. А, вот что такое, а там финал уже, вот что за такой финал, у нас этот поворот. Ну что, погнали, а, у нас уже игра сразу будет, да? Значит, у нас такая коротенькая серия будет, потому что игру я играть не буду. А там какое 15 место, ну это как-то более облегченная у нас игра будет. Я думаю, еще с Манчестер Юнайтед мы и не играли, а будем играть, и я не помню, когда у нас вообще сюда приняли обратно. Ну ладно, на этом моменте мы заканчиваем серию, увидимся в следующей серии. Всем удачи вам и пока.